Уважаемые клиенты, приказом Банка России от 24 марта отозвана лицензия у кредитной организации «Банк Богородский», сообщает пресс-служба банка на официальном сайте. О том, что «Банк Богородский» может лопнуть, «Канал 16» рассказывал еще неделю назад. Тогда специалисты главного офиса нас уверили, что все станет понятно 29 марта. Как выяснилось, ситуация разрешилась еще раньше. И сейчас только остается констатировать, одним коммерческим банком в нашем городе стало меньше. В редакцию стали обращаться обеспокоенные клиенты Банка Богородский с вопросами, что делать и как вернуть свои деньги. По словам вкладчиков, офис в торговом центре «Севен» не работает, поэтому тем, кто живет в новом районе, самостоятельно разобраться трудно. За разъяснениями мы обратились в Нижегородский офис банка. На сайте ОСВ размещена вся информация агентства, Федерального агентства по страхованию вкладов. Размещается вся информация. До 7 апреля будет сформирован реестр вкладчиков. И после 7 начнутся выплаты. То есть это вся информация в рамках закона. На сайте банка у нас частично размещена информация с отзывом на ОСВ. ОСВ или агентство страхования вкладов на своем сайте сообщает, что каждый вкладчик банка Богородский имеет право на страховое возмещение. Это выплата в размере 100% суммы всех его счетов или вкладов. При этом страховое возмещение не может превышать 1 миллиона 400 тысяч рублей. Выплаты планируют начать не позднее 7 апреля. О месте, времени, форме и порядке приема заявлений на возмещение по вкладам сообщат заранее в СМИ и интернете.